Вы уже купили 50-й номер страны? Очень рекомендую. Во-первых, вы наконец-то увидите лица тех, кто журнал делает. Во-вторых, узнаете много интересного и нового. Например, то, как кремы влияют на клетки кожи. На что похож аромат в шоколаде и кто вдохновил парфюмера Тома Фонтена на его создание. В этом номере мы вспомнили историю голубой крови, поговорили о тонкостях глубокого очищения кожи с Риммой Корнеевой и вместе с визажистом Татьяной Янгалычевой и молодежной линией Eye to Eye попробовали сделать клубный макияж. Уверена, вам понравится искренний, эмоциональный рассказ Юны Голдыш обо всех новинках декоративной косметики. Как и редакцию, вас поразит взгляд на лидерство бизнес-тренера Андрея Рубина. И вдохновит рассказ рубинового директора Татьяны Кожаровой. Кстати, в этом номере читатели смогут заглянуть в новый дом нашей героини и узнать, каким образом ей удалось его построить. Уральский лидер Татьяна Курячая рассказала нам удивительные, трогательные, грустные и смешные истории о косметике Faberlic. А имиджмейкер Надежда Тронина поведала о том, как характер ткани взаимодействует с цветотипом. Наш постоянный автор Катерина Демина задумалась, почему двоечниками становятся энергичные, сообразительные мальчишки старше 12 лет. А кулинарный блогер Наталья Петрова испекла праздничный торт. Юбилей все-таки. Присоединяйтесь. Артикул 9100.